Аблязов – это фигура большая для оппозиции Казахстана и вообще для Казахстана. Это человек, который создал системную оппозицию. Я слышал от своих российских коллег сегодня. В прошлой неделе была уже известная информация, что по поручению Назарбаева выделено было ФСБ России некоторым товарищам, конкретных людей они не назвали, около 100 миллионов евро для того, чтобы их активизировать, заинтересовывать. И, наверное, вот дело дошло до того, что уже они активизировались и вот решили заинтересовать их деньгами. Прогнозы такие, что они сейчас будут суды бесконечные. Они не могут быстро депортировать, как это было с его супругой и дочерью, потому что мир уже один раз имел такой опыт. Я надеюсь, что все-таки его не выдадут в России. Если они Россию выдадут, Россия тут же выдаст Казахстану, потому что одна и та же политическая система, одни и те же интересы. Назарбаев давно боится Аблязова. Аблязова боятся все последователи. Кто придет даже после Назарбаева, он тоже боится Аблязова. Поэтому надо Аблязова нейтрализовать, потому что это такие люди, как Сарсенбаев, мощь интеллектуальная. И вот это Аблязов тоже такой мощью интеллектуальной силой. Поэтому это человек, который может идти неприятности для тех людей, которые после Назарбаева придут к власти. Я хочу пожелать, чтобы мы, гражданское общество, активизировались и проявляли свой характер, свои требования, чтобы мы добились, хотя бы его не депортировали ни в Казахстане, ни в Украину, ни в Россию. Все-таки Англия – это не Казахстан.